слышно ли меня? Видно ли презентацию? Пожалуйста, напишите в чат. Пандемия не преграда для проведения тренингов, говорят внутренние тренеры Центра подготовки кадров. Им пришлось подстраиваться под новый формат, но на качество обучения это не повлияло. Мы сами тоже прошли обучение, посмотрели, как это делают вообще по стране, в мире. И вот эта технология, те инструменты, которые применяются, мы также применили у себя в онлайн-тренингах, чтобы качественно перенести очный формат в онлайн. Сегодня перед Центром подготовки кадров стоят серьезные задачи. Используя современный формат средств обучения, выйти на новый уровень. Что это такое? Это культура самообучения, саморазвития, когда наши работники сами осознают потребность в обучении, сами понимают свои зоны развития, а ЦПК в данном случае выступает в роли наставника, в роли надежного помощника и может предоставить лучшие инструменты для решения этой задачи. За 5 лет в Центре подготовки кадров провели более 112 тысяч различных курсов обучения, семинары, тренинги. Не только для рабочих, инженерно-технического состава, но и для руководителей подразделений «Алроса». Особое внимание уделяется теме промышленной безопасности и охраны труда. Мы проводим тренинги как для работников компании, так и для сторонних организаций по заказу. Мы проводим командные стратегические сессии. Мы занимаемся не только обучением, но и развитием персонала. С 2018 года ЦПК запустил несколько корпоративных программ. Потенциал «Алроса», лидеры и достояние «Алроса». Все они направлены на развитие корпоративных компетенций алмазной компании. Молодежный форум «В настоящем будущее» собрал несколько сотен молодых специалистов со всех подразделений компании. Молодые инженеры сами создавали проекты и защищали перед экспертами. Мы хотим развивать наш институт внутренних тренеров. Мы хотим, чтобы лидеры и руководители вовлекались в работу передачи знаний и становились полноценными трансляторами тех знаний, которые у них есть, с помощью Центра подготовки кадров. Также мы все больше и больше упор делаем на разработку новых программных продуктов, и нам хочется повышать компетенции Центра подготовки кадров в этом направлении. Центр нацелен не только на взрослую аудиторию, но и на подрастающее поколение. Программы «Профи-клаб» «Алроса Класс» направлены на профориентацию старшеклассников. За 30 лет обучающий центр остается кузницей кадров сотен профессий. Здесь применяются современные методы подготовки, а богатый опыт преподавателей помогает развивать персонал на высшем уровне. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».